Меня не покидает чувство, что я нахожусь рядом с мальчиком, потому что все, что я вижу, кроссовки, татуировки, притом наверняка не одна, да? Конечно. Ну, нет ничего того, за что бы я ухватилась и сказала, что это женщина. У тебя даже голос такой, ну, знаешь, не так выдающийся, знаешь, как... К сожалению, чем Бог наградил. Давай, наверное, все-таки переоденемся в ту одежду, в которой ты можешь обольщать мужчин. С удовольствием. Какая невероятная девушка! Как ты себя чувствуешь в этом? Замечательно. Правда? Конечно. Каблуки не мешают? Нет. Ресницы? Чуть-чуть есть, но ничего. Здравствуйте. А чем вы занимаетесь? Учусь. А где? Университет культуры. Культура. Университет культуры. Вы будете будущим танцором, музыкантом, кем? Нет, я буду... Или будете будущим Поплавским? Нет, я буду будущим менеджером модельного бизнеса. А, то есть... А вы, наверное, сами работаете моделью, да? Да, да. У вас, наверное, сумасшедший хороший пресс. Можете показать прямо сейчас в кадр? Ну, да. О, да, замечательно. Хорошие кубики. Слушай, смелый парень. Слушай, я, значит, замолаживаю того, а ты глазки этому строишь. Я успела. Мальчики так всегда делают, да? Конечно. Как ты относишься к мужчинам в майках, а? Нормально, абсолютно. Идите к нам сюда. Вот так заинтересованно смотрите. Смотрите вот на ту девушку. Видите, такая субтильная, андрогинная, необыкновенная девушка. А вы решились бы пойти с ней сегодня на свидание и рассказать о всех ваших способностях? Если честно, вожделение девушка вызывает сразу с первой секунды, но излишне откровенно одета. Да? Да, то есть двуякий. А скажите, а вот я не откровенно одета? Тоже откровенно. Надо вот более закрыто выглядеть, да? Чтобы вы в ней поменяли? Вы что, закрыли бы вот до сюда вот это? Декольте убрали. А вот можете подойти и это сделать сейчас? Подойдите, пожалуйста, сделайте это. Сделайте. Можно мне осмелиться поправить что-то? И еще пуговичкой хорошо вот там все закрыть, да? Боже мой, кто же это тут такой стоит? Модный такой, красивый. Здравствуйте. Посмотри на эту прекрасную девушку, что ты скажешь? Как человек изысканный, тонкий и не мужлан, правда же? Да. Что ты скажешь по поводу вот этой девушки? Как она тебе? Стильно. Стильно, правда? Стильно, да. Андрогинная внешность, да? Да, есть такое. Ты бы с такой пошел на свидание? Да, с радостью. Привет, где вы занимаетесь? Я сам из России, в Москве занимаюсь. А, вы москвич? Как вам украинские девушки? Хорошо. Посмотрите на ту прекрасную девушку. Она совершенно не похожа на других. Да, но умеет быть доброй, нежной и отзывчивой. Я предлагаю пойти вам с ней сегодня на романтическое свидание. Чудо. Да, почему бы нет? Эй, бэйби, 20 лет! Могла и побыстрее ехать, честно говоря. Хвостунишка. Этот скромняга, а это хвостунишка. Хорошая пара, чтобы пойти сейчас и отметить победу Андрея, да?